Дорогие друзья, я рад передать вам приветствие от команды проекта «Тепло и хлеб из рук Иисуса». Для некоторых в этом мире, полном различных социально-экономических проблем, главной задачей года является отопление дома и удовлетворение потребностей в продуктах первой необходимости, включая хлеб. Каждый месяц, вот уже 4 года подряд, проект «Тепло и хлеб из рук Иисуса» предоставляет средства для отопления домов и продуктовые наборы социально незащищенным людям и семьям в различных регионах и странах, таких как Молдова, Таджикистан, Армения, Украина, особенно Луганск и Донецк. Только в конце 2022 года, во время зимних праздников, было роздано 4095 продуктовых наборов, чтобы обогатить праздничный новогодний стол социально уязвимых лиц и семей. Трудно описать словами и передать неимоверное счастье получателей помощи. Мы очень ценим отклик каждого из вас, кто прямо или косвенно, деньгами или любыми другими видами пожертвованиями делает возможным реализацию этого благородного проекта. И в этот раз мы планируем порадовать тысячи сердец, детей и родителей, молодых и пожилых, раздав еще как минимум 5000 наборов помощи. И вы можете стать причиной радости хотя бы одного из нуждающихся. Я твердо убежден, что вы согласны со мной. Не медлите сделать доброе дело. Не откладывайте на следующий раз, которого можете не быть. Ведь с вашим участием эта цифра может достичь 6000 упаковок. Я знаю, что у тебя есть часть отложенных денег на развлечения и приятные времяпрепровождения в конце этого уходящего года. Задумайся, возможно, во время того, когда ты будешь приятно отдыхать, в то время, когда ты будешь радоваться и веселиться вместе со своими близкими, кто-то где-то будет молить Бога хотя бы о кусочке хлеба. Не хотел бы именно ты стать ангелом, который предложит хлеб тому, кто голоден, подарит улыбку тому, кто несчастен и одинок. Будь благословен.